Столкновение пассажирского поезда, риск возгорания топлива и оказание помощи пострадавшим. Навыки и оперативность экстренных служб Орловской области проверили в рамках всероссийских учений МЧС. Масштабная тренировка по ликвидации условно-чрезвычайной ситуации прошла на железнодорожной станции города Орла. Согласно легенде, там случилось столкновение пассажирского поезда с грузовым составом, перевозившим нефтепродукты. С рельс сошли и опрокинулись две цистерны с дизельным топливом и два вагона пассажирского поезда. На месте ЧП со спасателями работали полицейские, врачи и специалисты областного центра медицины катастроф. Вместе с этим на вокзале была организована работа подвижного пункта главного управления МЧС России по Орловской области. На селекторном совещании члены комиссии дали высокую оценку действиям спасателей и заявили о боевой готовности всех экстренных служб.